Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня видеообзор, как сделать канал публичным. Я Франция Фанива Франции. Заходите на свой YouTube канал, нажимаете в правом верхнем углу на свой значок, так, и заходите в настройки. Видите, в настройки заходите. Так, выходит аккаунт, добавьте сведения о себе и настройте доступ к функциям YouTube. Слева находите конфиденциальность, нажимаете, и выходит настройте доступ к своему контенту на YouTube. Видите, выходят плейлисты и подписки. Здесь синий значок включенный. Не показывать информацию о сохраненных плейлистах. Плейлисты, созданные другими пользователями, которых я посмотрела и сохранила у себя, да, это мое личное дело. Поэтому я нажала на синюю, включила «Не показывать». А здесь я отключила «Не показывать», то есть показывать информацию о моих подписках. И здесь значок серый, то есть я разрешаю всем смотреть информацию о моих подписках. Показываю. Это мой канал. Нажимаю на мой канал. Это пример я вам подаю, показываю. Видите, у меня все каналы открытые. Видите, вы можете зайти и смотреть, кому я подписан. Вот, если я подписалась, все вы у меня. Видите? Вот. А теперь посмотрим, кто, какой канал закрытый. Вот, 100 историй из жизни. Это канал Мари. Нажимаем на каналы. Я подписана, видите, на нее. Нажимаем на каналы. И здесь написано, здесь нет ссылок на другие каналы. То есть канал 100 историй жизни – это закрытый канал. Но я попросила ее уже, чтобы она зашла, посмотрела мое видео и открыла свой канал. Вот, видите, канал. Видите, вот я открытый подписчик. Всего вам доброго. Если что, непонятно, пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Я буду очень вам рада. Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока.